Ну что, друзья, я снова в центре, около отеля Чайковский, где остановилась Марина. Сейчас будем туда вместе с детьми заходить. У нас сегодня грандиозное мероприятие. We've spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Все, Марина, Аксинья, номер оставляем в чистоте и в порядке. Даже убрались после нашего смиренского нашествия. Все, всем пока. Хотела вам просто показать крутую кофе-зону. Марина тоже вчера ее снимала. У меня уже тот муж успел кофейку глотнуть с чайком, пока я тут переодевала Алинку на фотосессию. О, и такой вот красивый вид. В общем, всем теперь буду рекомендовать дизайн отель Чайковский, кто будет приезжать в Москву на мероприятие. Все, друзья мои, фотосессия прошла прекрасно. Часок с нами поработали просто замечательно. Показали мне небольшое количество исходников. Просто класс. А то у нас семейных фотографий вообще нету ни одной. Вот, надеюсь, все получится и все будет красивенько. И скоро буду козырять красивыми новыми фоточками. Сейчас нам Руслан расскажет, как он любит кофе. Ты что, реально любишь кофе, Руслан? Да. Да? Кофе-латте? Кофе-латте с миндальным сиропом. Но он пьет и без сиропа. Он может пить просто кофе вот с молоком. Вот это вот кофе, как я люблю. Вот такое кофе бы любишь? Ну, конечно. 0,6 стаканчик, 600 миллилитров. Кто бы его не полюбил-то? Конечно. Все, манна моя красная. Да? Все выпил? Он реально выпил весь мой стакан. Ребят, я пригубила буквально глоточек. Вот такой вот мой ребенок. Ребят, представляете, я так заработалась и так была в фокусе мероприятия приезда Марины, что я даже забыла, что вообще-то на этих выходных день города Москвы. Я думаю, что-то сегодня так машин много и некуда машину поставить, и мест нет, и народу столько. День города, оказывается. Ну, вы можете себе представить? Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Песню заслушался. Все хорошо, я мега сильно устал. Ох ты, бедный мой ребенок. Ну все, уже идете с папой к машине. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Ну что, девчоночки, я своих мужиков проводила. Мы с Алинкой выдвинулись к вам. Знаете, ребят, на этих днях, так как много хожу, брожу по Москве, узнаю новые уголки, новые места и прохожу по тем улицам, по которым я еще ни разу в жизни в Москве не гуляла. Вчера вечером, когда мы провожали Марину до отеля, мы нарвались на такую крутую улицу между Баррикадной и Маяковской. Ну просто, там такой крутой жилой район новый. Ну, в общем, я была в шоке. Такая красота, такая ухоженность, чистота, спокойствие. А эту улицу никогда на картах не показывают, и через нее маршрут никогда не прокладывают. Вы можете представить? И вот сейчас тоже я спускаюсь к реке, чтобы спуститься к девчонкам по очередной для меня новой улице. Вон Москва-Сити видна, видите? Москва-Сити. Мужиков я своих проводила. Все, тоже вот иду, спускаюсь к реке. В общем, очередную новую улицу нашла, по которой моя нога не ступала. В общем, интересные прогулки выдались у меня. Короче, вышла я к реке. Вот оно, Москва-Сити. Тут поздравляют с днем рождения Москву под мостом. Вон он виднеется, Белый дом. Сейчас пойду в ту сторону, потому что девчоночки мои за Белым домом где-то тусят. Где-то тусят на мероприятии. Company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun tonight. Старяшечки, наше все, старяшечки. Вы без... У нас телефон пришит к руке просто. Блин, это Ира, она живая, вот она. Ура! Так, чем меряются сетевики? Марина, покеш. Коробочками хрустальными, а во лбу звезда горит, так. А у меня самая... Ну ничего страшного, обыкновенное, но самое ценное, самое ценное.